28 сентября в Краснодаре стартовала Кубанская ярмарка. Масштабное событие для агропромышленного комплекса региона проходит уже в 13-й раз. С самого открытия здесь многолюдно. Жители края с удовольствием приезжают, чтобы закупиться вкусной натуральной продукцией с подворий личных подсобных и фермерских хозяйств. Среди сельхозпроизводителей 17 приехали из Северского района. Посетил ярмарку и глава муниципалитета Андрей Дорошевский. Лично пообщался с фермерами, поинтересовался ассортиментом, планами расширения и точками сбыта. Мед и продукты пчеловодства привезли на ярмарку 5 предпринимателей района. Еще несколько представили колбасные изделия. Ассортимент огромный, продукция качественная и вкусная, поэтому отбоя от покупателей не было. Готовы предложить наши производители и полезные сладости. Например, пастилу и фруктовые чипсы. А еще настоящее подсолнечное масло холодного отжима и яблочный сок. Есть в Северском районе и своя винодельня. Причем вино выпускают с защищенным географическим указанием. За годы санкций наши кубанские фермеры научились производить настоящие деликатесы. К примеру, на выставке можно было попробовать кубанский хамон. Есть чем похвалиться и фермерам из Новодмитриевского поселения, которые производят более 10 видов сыров, в том числе и выдержанных. Впрочем, приобрести на ярмарке можно и куда более масштабные вещи. Например, быстровозводимый дом или баню. И это тоже наши местные производители. Кубанская ярмарка дает возможность каждому из фермеров заявить о себе, обменяться опытом с коллегами и продвинуть собственную продукцию. Всеми этими возможностями наши агропроизводители воспользовались в полной мере.